Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала. Ну, я постоянно просматриваю ваши отзывы, комментарии. И вот решил на такой ответить. Знаете, он как бы такой не касается напрямую здоровья, но тем не менее он касается любого человека. Вот, любого человека. Итак, на мой видосик метода «Красивые слова. Работа продолжается». И я продолжаю работать. Продолжаю работать. Вот только что я полчаса с лишним писал эти красивые слова. Так, я вам немножечко покажу, да? Покажу. Я о них уже, о механизме их действия рассказывал очень многое. Поэтому я рекомендую их посмотреть, что именно. Но, как правило, вот люди, они зашли там на канал или еще что-то там узнали, им сразу всю информацию. А это так не работает. Информацию надо искать, надо пробовать, там, находить опыт, накапливать опыт и так далее. Ну вот, значит, на методу «Красивые слова. Работа продолжается». Пользователь написал или написала: «А можно повторить все то, что вы говорите в видео?» Повторить все, что говорите в видео. Ну, смотрите в видео, да, казалось бы, смотрите видео, там все. А то самому найти красивые слова тяжело, или я ничего понять не могу. Так я ж дальше и дал же и список, вы можете посмотреть, и где их найти. Ну, все выложено. Я ответил. Я не только наговорил, я же текст привел. Я же привел газету, где это все есть. Газета в свободном доступе. В свободном доступе. Вы это не цените, свободный этот доступ. Ох, не цените как. А зря. Ой, как зря. Номер 11 за 2015 год. На что этот же посетитель ответил: «Малахов Про. До конца не смотрела. Извините, пожалуйста, даже не посмотрел до конца этот видосик. Уже задают вопросы. Стоп, машина, задний ход. Имейте терпение. Имейте, говорит, вот какое-то разумное чувство по работе, вообще по жизни в целом. Ничего так не получается вот сразу, раз, ведь что-то там прочитал, красивые слова, ага, сейчас вам тут, грубо говоря, миллионы упадут. Досмотрел, не досмотрела, извините, пожалуйста, спасибо большое, буду иметь в виду». И вот из-за чего я и начал писать. А то совсем надежды нет на улучшение жизни. Вот этот вопросик и самый главный. Надежды нет на улучшение жизни. А с помощью чего вы можете ее улучшить? С помощью каких методов? С помощью обращения к кому? Допустим, к президенту или к Богу? И вы знаете, вот много раз и вам, и мне попадает одно и то же. Там святые, допустим, молятся о получении каких-то там, допустим, ну, благ, не благ. Значит, в Библии там молятся, становятся царями. Кто-то, значит, там о здравии молится, еще там, еще что-то. Вот это все мы пропускаем мимо себя. Знаете, как будто это нас не касается. В результате, вот это, вся эта история, вот эти все эти религии, о чем они говорят? Они говорят о том, чтобы человек научился взаимодействовать с самым главным подателем жизни и жизненных благ, с Творцом Вселенной и с его силами. И для этого масса, если посмотреть вот индийские фильмы, особенно там, знаете, можно так сказать, с религиозным уклоном, а там и рассказывается, тот герой, или тот там мудрец, или еще
Что он там делал? Он делал там аскезу, еще что-то там вот такое вот. Делал для того, чтобы, оказывается, получить те или иные силы. И, как правило, ну, не все, конечно, но получив эти силы, он дальше уже начинал жить эгоистически. То есть он их получил, он их использует. На него никакого там давления нельзя оказать, потому что он специально использовал аскезы для получения этих сил. Вот. И, грубо говоря, живет припеваючи. Так вот, о чем речь? О чем речь? А то совсем надежды нет на улучшение жизни. Так как эту жизнь можно улучшить, свою собственную жизнь, получить надежду? Вы знаете, можно ссылаться, вот как я вам сказал, там, на святых, на пророков, там, на героев там, и прочее, прочее, на разного рода индийские эпосы и прочее, прочее, прочее. Я же сошлюсь на себя любимого. Анализируя свою собственную жизнь, я пришел к тому, что я не взаимодействовал, видите, я сейчас вот, будем говорить, как бы один. То есть меня особо там ни телевидение не поддерживает, ни издатели не поддерживают. Я там враг медицины, но я стараюсь взаимодействовать вот с Творцом, который меня сотворил. И в этом я нахожу свое счастье и свои блага. Вот взаимодействие именно с, вот, с творческими силами Вселенной, не идя в конвейер, на поводу у кого-то, у чего-то, я думал так, я добился всего сам. Нет. Я просто делал то, что надо, и мне дали за это, за проделанную работу, гораздо больше, чем я мог себе представить. Я уже вам неоднократно говорил. Я никогда не думал, что я буду жить в трехэтажном доме, что у меня будет... Там собственный спортзальчик. Вот у меня целый тут кабинет. Вы тут можете посмотреть. Кондиционер работает. Этот самый вентиляторик, так, чтобы мне нормально было в эту жару. Компьютерик. Ну, он устарел, но тем не менее. Разные вот эти штучки, вы видите, хрючки там снимать. И так вся этих тут камер валяется. Ты только снимай. То есть Господь щедро одаривает тех, кто работает на его благо. То есть не было особо литературы. Хотя литература-то и была. Но вот так вот собрать, чтобы это было как учебник для здорового образа жизни. И не только для здорового образа жизни. С его помощью можно очень многие вещи делать. Пожалуйста, проделана работа, получите, вот она. Я не стремился на телевидение, как многие, ой, его там турнули с телевидения, будто я сам пришел туда и говорю, ой, возьмите меня на Первый канал, сразу знаете, ведущим. Попробуйте это сделать, попроситесь на Первый канал каким-либо ведущим. Вы тогда сразу все узнаете. То есть вас начнут толкать, если вы начнете... хотя бы правильно мыслить. И одна из таких метод, хотя я, вот смотрите, чтобы написать книги, я работал со словом. А кто такой я вообще-то? В школе учился плохо. Русского языка особо там я не знаю. Но когда я начал писать книги, а тем более стихи, во мне... Вот это вот понимание русского языка, правописание, что, чего и как, вот оно само пришло. То есть работа со словом. И вот наши мысли мы оборачиваем. Потому что мысль так, она раз, и потекла, и утекла. А когда мы ее в слово заворачиваем, мы тем самым ее собрали. Так вот, с помощью методы красивых слов, мы с вами можем улучшать свою жизнь, улучшать.
И причем очень и очень здорово улучшать. И я вам об этом рассказываю. Знаете, вот из всех методик, которые я там прошел, вот это будет одна из самых главных, которая воздействует как на здоровье, так в общем на судьбу человека. В судьбу, в которую входит его и счастье, и достаток, там, и работа, и процветание, и прочие вещи входят в это понятие. И с этим понятием работа ведется не руками, а работа ведется мыслью и словом. Словом и мыслью. С помощью этого инструмента, нашего главного инструмента, которым является ум, мы себя окружаем и притягиваем то, что хотим, чтобы было у нас в жизни. Я вам как-то приводил высказывание людей, которые там чего-то добились. И вот, в частности, приводил Шанель, Коко Шанель, высказывание. Если вы хотите, чтобы у вас что-то появилось в жизни, вы должны поступать так, как до этого не поступали. Потому что мы вот так вот живем, грубо говоря, вот так, знаете, как это самое, просто масса какая-то вот живет. Вы как-то научитесь извлекать крупицы знания. Лично я на канале и в книгах, особенно вот сейчас на канале, под этого книга, собрал огромную кучу этих знаний, которые работают. И которые как раз, и совсем нет надежды на улучшение жизни. И вот эти в том числе знания, которые я вам рассказываю по тому, как улучшить свое качество жизни. С кем надо взаимодействовать? Вы посмотрите на рекламу. На рекламе только и рекламируется, что что-то вам продают. Что-то вам продают, больше ничего. Они говорят о том, а как заработать, как вот встать. А этого нету. Только продай. Вот это продаем, это продаем, это продаем. Вот вы карточку мы вам дадим, а потом вы будете на нас батрачить. Вот она метода. Научитесь отделять вот зерна от плевен и применять их. И я сижу перед вами, вот я сижу и распинаюсь, показываю итог проделанной работы. Да, не просто все там было, никто меня особо не учил. И вот еще такое качество самообучаемости. Это очень важное качество. Проб, ошибок, делать выводы, вновь пробы, ошибки, делайте выводы. И с каждым разом все лучше, лучше, лучше. И вот тогда, вот с помощью вот этой вот якобы простой методы, но тем не менее, вы не понимаете механизмов, которые заложены, а я вам рассказываю, они все равно, знаете, вот знаете, мимо пролетает или как горох от стенки там отскакивает, они не доходят до вас. Что может сделать эта метода? Сытин с помощью своих образно-волевых настроек стал совершенно другим человеком. Он и оздоровился. И он в обществе зарекомендовал себя. Потом с помощью вот этих вот аффирмаций, которая вытянула себя с этого уровня. Неважно, на каком уровне вы находитесь. Главное, что вы находитесь здесь, на планете Земля. И все механизмы для вашего процветания и улучшения уже даны. Но вы их не понимаете и не хотите понять и применить к себе. Вот о чем я и хотел с вами побеседовать. Так что смотрите на меня. Смотрите на меня, вот как результат того, что я делаю, проделанной работы, и дальше движусь уже более целенаправленно, более углубленно, так сказать. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала «Канал».